Парк развлечений, зоороботы, живые и механические в выставочном зале на Севастопольской 12 готовятся к открытию необычной экспозиции. На одной площадке роботы от самых маленьких до больших, величиной с человеческий рост, и представители животного мира, обезьяны и рептилии. Впервые увидеть все это можно в одном месте. Будет работать 4 зала. Посетители ждут игровые зоны. В очках виртуальной реальности можно перенестись в любую точку мира. Для самых маленьких подготовлены мастер-классы, например, рисование при помощи 3D-ручки. Но больше всего впечатлений наверняка произведут животные, в их числе макака Даша и парагвайская анаконда. Откроется парк развлечений 15 июня на целый месяц ежедневно с 11 до 20 часов. Это очень интересно. И будет 7 числа у нас будет розыгрыш суперприза. Мы разыгрываем робот-пылесос и также подведем подсчет голосов, которым мы выясним, кто же все-таки интересен жителям Тюмени, живой мир или механический.